Аиша, Аиша. Я снова в эфире. Нашла все-таки? Молодец, молодец. И что, как послушала? Но на самом деле запись мне не нравится, потому что это года, наверное, 2-3 назад было. У меня сейчас голос вживую совсем по-другому звучит. Это первая запись, короче, первая была. Это не моя сочинение. Я сочинять не умею. Я просто перепел эту песню. Но песня хорошая. Я когда ее вживую пою, как бы она хорошо звучит. А то, что в записи, там не очень. В смысле, сердце разбили? Ну, я же от души пою. Блин, где мои песни? Я офигеть, вообще не могу понять. Ух ты, что за беспредел, бля? Нормально выехал. Не, у меня, кстати, душа не болела в этот момент. У меня все нормально, я просто так пою. Да, я в мол еду. Я хочу iPhone 5s посмотреть. Ну как посмотреть, купить хочу. Что на него? Офигенная песня. У меня 4S, да. Но я не себе хочу. Не-не. Моя четверка мне устраивает. Брат хочет. Он мне просто попросил поехать посмотреть. Я вот еду. Вот. Если брать, то я шестерку возьму сразу же. Мне шестерка нравится. Я один, да, я сейчас один. Скучно? Ну, давай со мной поехали. А ты там что будешь делать? Ехали, ехали. А, золото. Золото это хорошо. Еще лучше, когда 3/9 золота. Вот это вообще хорошо. Но, увы, у нас нет 3/9. Еще лучше, да, когда с бриллиантами. Я сегодня что-то заработался с бейджиком, сразу вышел в руках, представляешь? Я сейчас с бейджиком катаюсь. Да, любимая девушка. Настя зашла. Настя, привет. 47, 95, 92, 82.
Интересно, что это за цифра? Что это значит вообще? Мамин стилет это высокий спрос. Мама любит рэп, мама босс. Мама любит кэш, кэш не вопрос. Тур по городам, мама без денег. Мама любит ТТЗ и Живанши. Мама отдыхает, так что не пиши. Приглашать в кино, ее не спеши. Хочешь узнать ее поближе, не смеши. Мама сита, сеньорита. Один взгляд и твое сердце разбито. Лучше не рискуй, это опасная дилемма. Иди к твоей подруге, я проблема. На меня оставил все твой пай. У меня девушка. Нет, у меня девушек нет. Мне не до девушек. Я работаю. Я весь в работе. Видишь, я сейчас до сих пор работаю. Только-только освободился. Охуеть, кто такой вообще? Я пошел нахуй, блядь. Дебилы, блядь, всякие заходят, а. Людям нечем заняться. Обиженные люди, кстати. Те люди, которые просто так матерят других, это обиженные люди, запомни. Жизнь обидела чем-то. Вот 100%. Которые за спиной базарят. Тут нет.